И вообще, почему тут Инника? Мы же надеваем маски это. Других кто совсем? Я бы хотел посмотреть, как какой-нибудь капак это встает на это. Над трупом такой. Мне кажется, скорее наоборот было бы. Почему Лева умеет стрелять электричеством? Это же у Конга. Но мы сейчас не Конга. Мы сейчас... Вообще у всех Ника. Мы сейчас местные спайдермены. Вообще у всех Ника... в какой-то степени есть молния. Ну, она, ну да. Да-да-да. Я не знаю, они рандом выбирали локации, из кого играть. Не, может быть. А то как-то не сходится. А не, смотри. Вот мы в этом... В снежной части острова играли за Тахо и сражались против Тока. А против Хакана там у вулкана мы будем за Капаку. Ну типа это... Ну спекаешься? Спекаешь. А, ну кстати, да. За Галем мы играли против... Рейдека. А за Ануэ против Пизока. Ну, логика, конечно, такая сильная. Я помню, в детстве хотел, чтобы какого-нибудь условного Лирака одолел именно Конгу. Потому что он тоже зеленый. А вообще, как-то тут нелогично, по-моему. Это выглядит на то, что мы в какой-то подземке. Почему мы здесь сражаемся против Авака, а не Рейдека? Почему все вообще все такое... Ну, голубое, как бы. Это... Я не знаю, мы будто в ледяном регионе. А ведь когда-то ты мог сделать прохождение по приключениям Моторнов у себя на канале. Блин, приключения Моторна и то лучше, чем вот это. Дамы и господа, если вы не знали об этом, то когда-то на канале Суржа мог бы выйти это прохождение по этой игре. Конечно, оно есть у меня, но оно очень старое и глупое, а это был бы ремейк, где участвовали бы мы оба с еще одним нашим знакомым, о котором мы, конечно, ну, разок видели, но не сказал бы то, что, в принципе, вы его знаете. А мы сняли, но там проебалась запись. Я предлагал ему сделать это в виде этакого подкаста, а он... Ну это тупо. Ну это тупо. Но там столько тем было охренительных, столько веселья, столько шуток. Я ни одной не помню. Мы там рассказывали о том, чем занимался еще Сурж, помимо того, то, что вы видите, у него всякие сериалы там, обзоры. Там много чего было. Короче, ждите инфоповода. Не, ну а вот как ты думаешь, кто самый сильный персонаж во вселенной Бионика? Я хочу вспомнить какого-нибудь такого... А, ну да, точно, Гульгай. А, ну да.
Ну, как бы он не каноничный. В этом его и сил. То есть он за любовь, да? А бэдгай получается тоже? Да. О, масочка, масочка. Я хочу, чтобы эту игру озвучивали голос. А, ну да, тоже нет дела. Ну блин, если бы они бы были, я бы хотел, чтобы был бы тот этот дубляж это. Как из мультфильмов Miramax. Да и в принципе в The Game нужен был этот такой же дубляж. Ну, а то там только Балта разговаривает. Причем его, кстати, озвучивает тот же актер, что и Вакаму. Блин, надо это подать кому-нибудь идею, у кого есть ресурсы, там связи и так далее, пусть это сделает это. Да, новый перевод вот это старшей версии The Game Heroes. С озвучкой там с этими актерами профессиональными официальными, не по слухам. Можно, кстати, еще в качестве альтернативы предложить Биадап Клабу типа озвучить это все, позвать программистов, чтобы они импортировали все дорожки. Вообще не понимаю, выходила первая книга, аудиокнига по Bionicle. Типа, идея нормальна. Почему никто не... Ну, почему не нашлось такого человека, который, с ресурсами и прочим, чтобы позвать именно вот тех актеров из дубляжа? О, пусть предложит это... А, ну я не знаю, займется Nexus или таким делом. Нет, не думаю. Не знают Бионику. Они не шарят. Тупые. Кто может не знать Бионику? Все должны знать Бионику. Все шарящие гики их знают. Вообще, если бы. Ну я не знаю. Авторы этой аудиокниги обратились бы к Синдуку тому же, то может что-то и получилось бы. Кстати, да. Почему? Ну, не, ну как бы там озвучивает Лиза Быстрова, а это уже плюс. Мне, кстати, было бы интересно, какими были бы голоса Бонгу, Мотора и этого, Лапару. Система может дать сбой, если я поверну поток в течение F5. Хорошо, я попробую. К сожалению, этот актер уже умер. Блин. А кстати, в оригинале вот это вот краткое появление Конго, его озвучивает голос Макута. Да. Он еще и певку озвучил. Блин, какая тупая смерть. Это, в принципе, все, что делает Туану в сюжете 2006 года. Вообще, если бы я мог, я бы позвал в свой сериал актеров дубляжа. А, кстати, что если озвучить много актерами дубляжа? А там же нет этих... Речь, да. Озвучки нет. А в «Легенды Матана» они вообще там бибикают там на своем там каком-то языке. Что в принципе логично, они как бы не люди. Хуй на блюде. Если
в наказание, там, в уголовный кодекс, там, за какое-то тяжкое преступление добавить вот это пожизненную игру, ну, пожизненное прохождение этой игры. Вообще, я бы сделал игру по бионикам, как твоя любимая Мьютанс ин Манхэттен. Да нет, не надо. А что? Не, ну, естественно, без повышенной сложности. Позаходишь шестером. В принципе, такая уже скоро будет фан-игра. Нет, там же обещают, там обещают. Так и обещали же, нет? Его убрали. Сволочи. Вообще, зачем эта игра, если есть уже Капура Адвенчес? А еще что-то вообще... Что-то вообще совсем не слышно по серверу Майнкрафта. Какой-то по Бионику. Там же был какой-то... Обещали какой-то проект. Там по первым трем годам. Было бы прикольно, если бы что-то по Туаматру сделали. А то все Туамат и Туамат. Ты не понимаешь, это классика. А, да, это классика. Это знать надо. Хотел бы сыграть в Бионику Хирус в реальной жизни? Нет. Ну, не знаю, там в школе, например. Я бы пошутил, но это запрещено в нынешних реалиях. Либо опять какая-то пушка. А он же, кстати, левитирует по канону. Могли бы сюда это добавить. Но это было бы бесполезно. Если, конечно, это не позволит там перемещаться на дальнюю платформу, скажем, через воды, вместо этих создавания этих платформ. Ну, ты там стреляешь в этих челов сверху. Господи, как же тут вас много! Да жопа просто. Ну а все. Всего 97 врагов. Это что-то маловато. Да, надо целую тысячу. Разом. Ну. Ну, да. В принципе, в флеш-игре по ПГ Creep Crushers именно это и есть. Блин, какая же она крутая. По сути, это то же самое, что и здесь. Но она меньше. Вот пусть бы в этой... Вот пусть в этой игре тоже с врагов выпадали там эти... Очки, плееры там. Да, мороженое. Медведи, мороженое. Деньги. Самое главное. А, у него особенность только пушки, все? Да. Ну и говно. Он же типа умный, да. И вот ему стоило добавить клетку, я думаю, это вообще... Стоп, подожди. Ну-ка, развернись.
него что, золотые зубы? Это глаза. Да? А, глаза. А чё не красные? Да. Я уже подумал, он грилзы себе. Я думал, он грилзы уже носит. Рэпер такой. Может, это, может это он исполняет это рэп-пирог? Что-то быстро. Да, вообще. Вообще, Авак, по идее, самый слабый из них. О, последний уровень, неужели? Ну и Везан еще. Ну и да. Ой, красный, как обычно, последний. А вот в старшей версии можно было бы выбрать. Разве Капаки не должно тут быть плохо? Прикинь бы, если бы вот это, поскольку то льда не переносит жары, то добавили бы еще фигню, что тут это жизни бы утрачивались там каждые там 5 секунд. Нет. Все равно игра легкая. То ты сдохнуть не успеешь. Тут даже гейм-овер получить. Это нужно попытаться. О, чё это? Какая-то неосязаемая муака. Уровень только начался, а ты уже сдох. Сложность, последний уровень. Блин, опять. А, ого. Он еще может и реально замерзать. У меня еще спина устала уже играть в эту игру. Однажды мне придется купить кресло поудобнее. Ой, Капак вот негодует. Сколько времени уже прошло? Если первая половина получилась за полтора часа, ну плюс-минус, то сейчас уже прошел это еще один час практически. Давай, короче, одни видео все это. Лонгплей. Я думаю, наши знакомые из-за этого не станут смотреть. Слишком сложно! Много! Ах да, еще я, если не ошибаюсь, то что если ты в версии DS проигрываешь, ну точнее я имею в виду, вот жизни закончились, и по идее у тебя есть очки, чтобы переродиться. Ты перерождаешься не там, где ты вот сейчас, как в других двух версиях, а ты начинаешь с определенного чекпоинта. Ну, это нормально. Если я есть не ошибаюсь. Есть какой-то чек. Если я не ошибаюсь. Как же вы все мизы заколебали. Господи, как вас тут много. Как еще долго. Так, пошли нафиг. Отлично.
Слушай, у тебя отлично получается. Опять чё сдох, ну! Хотя чё я переживаю? Чё-то их реально много. Блин! Сейчас я опять сдохну. Вообще, знаешь, было прикольно, если когда он умирал, типа, из него выпадали бы детальки, как, типа, из Соника кольца. Ну сдохни! Что с ним? Да какого? Эй! Блин, непробиваемый. Ха, и все, вся эта комната. Почему кто-то решил, что это весело? Кто считает это веселым? Напишите в комментариях. Ну, я не знаю, какие-нибудь эти... сатанисты. Типа, пока они писали эту игру, тыкали себе ножом в колено 666 раз. Жалко, тут нельзя спрыгнуть в лаву. Я бы сейчас где-то сделал. С удовольствием. Вот даже в старшей версии не пускают на воду, например. Можно было бы утопиться. Можно по ней только ходить. И то только за то воды. Да. Ну, за персонажа стихи воды. По лаве тоже нельзя. Вообще, в принципе. Можно только обходить. Ну, за Джаллера только. За Джаллера только можно. Да, по-моему, вообще там нельзя. Если не ошибаюсь. Можно за Джаллера. Да? Нет, Джаггер может. О-о-о! Ритуал суицида. Так, поехали. Бля! О, масочка, масочка. Внезапная смерть. А знаешь, мне кажется, та игра, ну, моторный скейп, флеш-игра, в которой ты, ну, как ебанутый бегаешь за моторных. Да. По-моему, она интереснее, чем это. Она веселее. Да. Вот она была бы каноничнее. Вот даже этот, это тоже флеш-игра, шутер, запирак, тоже интереснее, чем это. Там ты хотя бы это, моторнов там, как говорят, ну, хотел сказать, убиваешь, но по факту ты их это... заражаешь там сферами за мод с антидермисом. Да блин, любая наша игра интереснее, чем это. Ну, кроме тех, что RPG. Даже то Мари Пон. Даже то Мари Хьюки.
Знаешь, что этой игры не хватает? Танцующих борков. Разнообразие. Нет, танцующих борков. Да, кстати. И хрупающих. Знаешь, мы столько насмотрелись на... Чё за... Мучащих моторных не хватает. Я не знаю, Муака должна мяукать, по идее. Ну или рычать, как кошка. Мурлыкать. Касаемо вот мобилок по Бионику, я что-то вспоминаю. Я не помню, с кем это было. В общем, зовем то, что был, был какой-то нунейм. Он задавал... А, не, а может и не нунейм, может это даже один из наших знакомых. Ну, не тот самый, а вот именно вот, как говорится, из нашей личной гильдии. Там, где Сорж участвовал в тайне от всех. О чем вы даже можете и не знать. Ну, короче, была... Если что, это не что-то нелегальное. Ну, короче, была эта тема про вот, вот маску созидания. Как ее добыть, типа, ее же там закрыли, типа, скачать вроде как невозможно. Хотя, по идее, в принципе, можно спокойно нарыть в интернете, ну, установочный файл и установить. А мне повезло это, что это, как его, о, конец уровня, вау, то, что, блин, то, что я когда-то ее уже устанавливал в то время, когда она еще существовала в Google Play, и типа она мне обозначала, ну, значилась в библиотеке, поэтому я мог ее установить когда угодно, там, не залезая никуда в интернет. И потом, короче, тот человек удивлялся, типа, а как? Я тоже-то хочу, а как мне скачать? Правда, я не... Правда, это сомнительно, если это тот человек был именно тот, о ком я иду речь, так как он вполне нормальный, умный. Он шарящий во всем этом. Ну, в общем, я однозначно уверен, то, что так... такая тема поднималась с кем-то. 21 век. На тот момент это был конец это 10-х годов. А кто-то все еще не может это установить закрытые мобилки по Бионику. Вообще, в принципе, полезно. 21 век, а мы играем в игру на Game Boy Advance. Так она тоже была в 21 веке. Ну, я... Ну, 2022 год мы играем в игру на Game Boy Advance. 2006 года. Да. Когда он умер? Advance? Game Boy Advance. А я не знаю. Да. Ну, и да, раз уж на тот... Ну, раз уж на... Ну, раз уж на тот момент существовало это... Nintendo DS... то считай вот там. Скорее всего, седьмой. Ну, может быть. 2006 год. Последний, в котором было что-то еще, кроме флеш-игр. Вот тут, кстати, странно, что большая арена.
пропаки, кстати, щита тут нет. А это как бы канон щит должен быть как у Капаки. Вот почему, когда это... Вот я хочу, чтобы в этой игре, вот если вот мы это перейдем на какую-нибудь там вот зону там с визоком или током, играть за Капаку, там, короче, Ракши. А Капака выполняет действие там Ракши, вымытые и замороженные. Это же канон. Да, и голос у Никиты Прозоровского. Так, где Хакан? А. У него тоже желтые глаза. И у Капаки тоже. Что-то, по-моему, считаю, у всех тут желтые глаза. У Таху желтые глаза там. Ну, у всех, кто... А, не, погоди. По-моему, Лева тоже. У него желтые. Блин, у них что, желтуха? Цирроз печени, блин. Аж на глаза влияет. Блин, по-моему, это та же... фигня, что была у Тока. Да, вот. А Хакан просто умеет телепортироваться? Это еще более неканоничнее. Да, лучше бы он кидал ментальный триггер. Лучше он умел бы наебал. Почему? В середине комнаты буква Т огромная. Я думаю, это был бы это, фирменный знак, значок этого нашего общего знакомого, у которого имя начинается тоже на эту букву. О, я почти сдох, да, но я успел. Жаль, он не ютубер. А был им. Снимал ведь. Но он... Ура, последний босс, да! Скорее, скорее! Я спать хочу. Храм света какой-то там. А чё они... А, кстати, Везан умеет это, да, перенимать способности прошлых пера. Чё он копчёный? О, стал... окрасился в гуталин. Это как, знаешь, шоколадная обезьяна измена. Не, слушай, мне тоже кажется, то, что вместе с глазами у него еще желтые зубы. Но они точно там грилзы носят. Теперь он побелел. Я его почти убил, а он использовал. А он использует только четвертую силу. Хотя, с другой стороны, он не может использовать там, как визок там, нырял, как Сукун. А Зактан там надвое там. А, о, о, нихрена. А я забыл то, что еще его отдельно нужно мочить. Че это вдруг? Песик это. Сошел с цепи. Было бы логичнее, если бы тут была лава. И все? Че-то быстро его. Ну, с Фендрака. О! Стой! Статуя. А, интересно, они... я не думаю, то, что они сдохнут. Ну-ка. Нет? Видимо, не... Видимо, тут это не работает. Аж жаль.
Ну тут какой-то гей-парад, тут туши там моторнов. Кстати, мне не либо кажется, либо каких-то видов моторнов не или может мне кажется. Так, стоп. Коричневый. А, тут точно все. Просто мне что-то казалось, что тут слишком уж мало цветных моторнов. А, кстати, смотри, они исчезли. Их там больше нету. Все-таки сдохли. Поздравляем! Вы настоящий герой! Странно, кстати, что за всю игру не показали маску жизни, ради которой вся эта каша и была заварена. Кстати, да. Ладно, титр тут оформлен неплохо. Хотя... Титры тут неплохие, типа, тут можно это поиграть, но... Какого хрена это? Чё тут можно сделать? По моторам стреляешь. Они потом это брызгают детальками. Я победил мира, теперь я владею этим островом. Кстати, хотя на PS2 все-таки показали Игнито. Кстати, тут нельзя использовать вторую атаку, только обычный выстрел. Блин, вот жалко, нельзя разрушать дома. Блин, прикинь, это спас это остров, а теперь это, короче, все крушишь нахуй. А как, а где, а что? Он сошел с рельс. А где? Короче, можно, в принципе, не говорить, как нам игра. Она как бы и хороша, но она очень занудна. Если не обращать внимания на то, что это... Ой. Ну, то, что ты ее проходишь залпом, ну, там, скажем, по одной зоне там проходить там в день, в принципе, еще нормально. Если ты хочешь залпом проходить, то это ты так задолбаешься... У меня аж глаза болят. Точнее, не болят, они как будто спать хотят. Короче, 5 из 10. Так, стоп, это уже повторяется? А, все. Фу. Ладно. О, награды тут еще какие-то. Что за награды? Или это экстра? А, это, по-моему, это... Как его? Какие-то дополнительные уровни? На выживание. А, нормально. А тут да, одна жизнь дается. И тут волны врагов. Так, я не хочу. Давай... Что тут еще? Я надеюсь, не все... Что? Пинбол? Пинбол? Точнее, не пинбол, но... Понг, точно, понг. Что за дерьмо? И что самое главное, мы не открыли, что там последнее. Так, а ладно, это... Опять понг. Только уже немного другой. Это то же самое. Не, ну немножко другой. Блин, я даже не хочу, даже не знаю, что последний. Короче, игра завершена. Прохождение снято. Спустя столько времени с последнего прохождения, причем одиночного. А ты приходилось одному снимать, потому что у кого-то там одному было лень, никто ничего не мог связаться. Короче, с вами... Нет, так, все, мы уже заранее тоже прощались. Короче, на этом мы завершаем. Все. Спасибо. До
свидания.